Всем снова привет! Сегодня я продолжаю прокачивать персонаж до 50 уровня. Так, извиняюсь. Вот уже очередные предложения покачаться завезли. Ну что ж, думаю, начну я с Нефалемского портала. Надеюсь, меня слышно, меня видно. Секундочку, хотя вот вроде бы отлагал. Отойду буквально на пару секунд взять телефон, чтобы отслеживаться. Пока что грузится нетбук, чат на нетбуке. Я уже вижу, что нетбук мне многого не показывает. Котенок, добро пожаловать на стрим. The Real Meow тоже. Добро пожаловать на стрим. Подписывайся на мой канал. Очень рада тебя видеть. Что ж, поехали дальше. Я все-таки попытаюсь на ноутбуке запустить отдельно чат. Шипение меньше. Да, я нашла вот такой вот микрофон. Смотрите, мне пришлось отказаться от своего любимого Razer'а. Благо, кстати, чатик работает в ноутбуке. Да,
я знаю, Скотёнок, что ты давно подписан. Я вчера еще благодарила за подписку. Так, такое чувство, что волны какие-то рядом создают шипение. Вполне вероятно. Тут рядом еще стоит вентилятор, потому что жара невыносимая, но могу его выключить. И, возможно, какое-то время я смогу прожить. Скажи, пожалуйста, в нем ли это было дело? Раз уж на стриме ощущение, наверное, все-таки лучше выключить. Так, ну, значит, это все-таки лаги. Микрофона, возможно. Хорошо, как пожелаете, будет сейчас музыка. Разговаривала через камеру, но через камеру просто очень плохо слышно. Мне говорили то, что через этот микрофон намного лучше. Если нужно, я могу переставить обратно на камеру звук. Так, настройки. Я отвлеклась, я приветствую всех присутствующих. Так, ну, у меня в списке не показывают больше имен. Хорошо, тогда я переключаюсь все-таки на свои наушники, оставляю звук на камере. Надеюсь, так будет получше. Нет.
нет, поверь, на нижнем левом углу экрана не получится. Я вот сама слышу какое-то шипение. Так, сейчас, тогда секундочку все-таки. Неполадки такие, неполадки. Вот, теперь я шипения не слышу. Надеюсь, что вы тоже не слышите его больше. Теперь не так. Сейчас еще, знаешь, для такого удовольствия осталось только игре вылететь под конец. Давай угадай, теперь меня не слышно. Но теперь я просто планирую в первую очередь насобирать денег на камеру, на микрофон и в первую очередь покупать именно их. Потому что приборчики у меня очень старые. Очень непослушные уже. Хорошо, хоть меня слышно. Котенок, мне только что прям вот по заходу в Диабло предложили тоже апнуть 70-й. Я просто такая, знаешь, самостоятельная женщина, которая должна вот сама побегать и апнуть 70-й. Я уже ответила многим то, что если просто побегать так же с нуля покачать, то, пожалуйста, выходите в патче. Я думаю, будет весело. А музыку-то слышно вообще?
можем поговорить об играх. На самом деле я игроман, так сказать. Вот я вижу, у нас наймот заработал. На мой взгляд, такая музыка, она как-то не нагружает мозг. Сейчас будут прерваться и играю. Ну, играю я в разные игры. Например, Dead by Daylight. Daylight. Раньше играла в RPG-шки различные. Хорроры очень люблю. Такие как Darkness Within. Трек-лист. Играю с электрипноз. Даже сейчас подожди. Напишу тебе в чате. Чтобы не я об этом задумывалась, просто пока что делать отдельную группу ВК, на мой взгляд, рановато. Второй день нормальных стримов, более-менее нормальных. Когда только вначале все как-то испорчено, все красится. Если ты посмотришь мои потуги до этого, то увидишь жуткие лаги, ужасное качество. Когда я пыталась стримить через Xsprint. Но эта программа оказалась слишком тяжелой для моего компьютера. В дальнейшем, да, будет и сообщество ВКонтакте, будет также канал на Ютубе, куда я буду выкладывать видео. Моменты или нарезки ведь. Блин, я стою и стреляю по своему питомцу. Вот что значит общаться с чатом. ОБС-ка сейчас. Я не люблю.
такие мерзкие. Творится непонятно что. О, обожаю этот столб. А я из Самары. Так, пока что она телепортируется в город. Давайте посмотрим наших зрителей. Destro Lord, привет! Куст, добро пожаловать на канал, подписывайся. Biohazard 67, и тебе тоже добро пожаловать на канал, подписывайся. Давай только без краши. Ладно, давай вернемся. Как вечер прошел, Destro? Ну, не хочешь твое дело. Ничего путного нету. Как меня вчера прям яростно просили, хорошо, я иногда буду все-таки разбивать на ресурсы предметы. Уже прошел сезон, скажите, какой дают сет теперь на ДХ в этом сезоне за выполнение глав? Котенок, а ты откуда? К мародеру максимум я комплектовала с металлистом.
Прага, воу. Расскажи, как там в Праге? Ни разу вот не была вообще за границей. Хазард есть такая панда, правда она называется красная. При донате она у нас выскакивает в углу. Хотя ошибаюсь, она выскакивает возле строки доната. Нужны, а их в России нету. Где он у нас? А, вот я. Няша, а вот вчера ты, Няша, сидела и людей убивала в игре. На крюки сажала. Значит, не такая уж и Няша. Нет, не в Доту, Dead by Daylight.
Dead by Daylight — это игра про маньяка. Трек такой прям однотонный. Чувствовал себя так, как будто сам был там. Это было... А, я уж подумала, что это реклама. А это, оказывается, Тирайли с кем-то болтает. Я чувствую прилив сил. Так, а трек уже подвисает. Хорошо. В общем, я не дорассказала так. Dead by Daylight — игра про маньяка. Там ты играешь либо за одного маньяка, либо за одного из четырех выживших. Цель выживших — завести 5 генераторов и, естественно, убежать с локации. Реклама в Diablo. Ну, честно, я рекламу не ставлю. Если Twitch ее запускает, то вот давайте все ругаться на него. А, извиняюсь, я немножечко ступила, да. Сама же про рекламу начала. Это... Извиняюсь еще раз, я немножечко потупливаю, недавно проснулась совсем. Да, я вспомнила то, что я могу теперь бегать и бесконечно использовать скоростную стрельбу. Да, далековато бежать. По поводу игр, то недавно я прикупила Soul Edge Project и очень хочу поиграть в него на стриме, но все никак не доберусь. Как раз думаю, после окончания сезона Diablo я и возьму за Soul Edge Project. Точнее, даже после окончания сезонного похода.
знаю, если честно, сны были ужасные. В обновлении ввели нового маньяка, который блинкуется сквозь предметы. Раньше хоть от них можно было прятаться. И причем за нового маньяка, естественно, играют все. Как получится, в первую очередь я точно хочу получить рамку вот, питомца. Насколько я помню, там за завершение всего похода еще будет даваться расширение сундука. На основном аккаунте мне очень бы не помешало это. Потому что все завалено легендарками. Потому что меня это нет. Но у меня есть котик. Маленький, милый. Буйный котик. Мы с ним спим в обнимку. Спасибо огромное за подписку. Сейчас после убийства раны все озвучу. Ну, собственно, Biohazard, огромное спасибо тебе за подписку. Так, а мы тем временем катимся дальше. Это на самом стриме, я смотрю, опять сейчас не работает. GenBQA,
Добро пожаловать на стрим. Извини, если неправильно прочитала ник. Подписывайся на мой канал. Здесь тебе всегда рады. Да, чат у нас что вчера, что сегодня не работал. Так что мне приходится чекать его через ноутбук. А лучиков понакидали. Ребят, формат у меня тот же самый, что вчера, если что, прохожу один нефалемский портал, 5 поручений и ухожу на 5-минутный отдых. Ну, там, сделать кофе, например. Взяла этот. Сейчас, кстати, играет одна из первых песен, которые я когда-то услышала из Эмбиента. С чего все как раз началось. Тебе, Биохазард, удачи, удачного дня. Не знаю, куда ты, на работу или просто по делам. Я сама для себя играю, Джем. Джем класс, я так понимаю. Качнуть желание, конечно. Желаний очень много качнуть меня, но я иду прям по сезону, по задачкам, так сказать. Пошагово. Но все-таки согласитесь, бегать за кем-то хвостиком и качаться – это не формат стрима. Это было только начало. Я знаю, что прокачка это всего 5-10 минут. Блин, ребят, я действительно очень давно не играла в Diablo, начиная с прошлого сезона, поэтому мне очень интересно, надо что-то сделать наконец-то в этой игре.
последнем сезоне, когда я играла, я также бегала за другом, хвостиком. Умирала от всех плюшек. Полученных мною. Найти брата. Найт будет активно работать, прям так. Радужная психоделическая музычка заехала. Битлджус 12.11 и Зика Малин. Добро пожаловать на стрим, подписывайтесь на канал. Здесь всем очень рады. Давайте после стрима договоримся тогда.
если я правильно прочитала ник. Привет. Добро пожаловать на канал. On my way. Спасибо тебе за подписку. Как только начала сезон, да, только начала. Вообще в Диабло нет. Очень давно играю. Понятно. Что-то у меня фоновое закончилось. Поставлю такой вот саундтрек из Фьюри. Обычный у меня режим. Героически я не сильно за это. Thank you.
Но только не опять. Что за проклятое место такое? Да, блин. 39% прироста в атаке, наверное, все-таки мощный аргумент. Такие камни тоже пока что пойдут. Так, ну можно разбить ее. Пойдем убивать Крылана. А Фьюри — это игрушка. Это очередной слайсер. Если я правильно поняла. На самом деле я в нее не играла, я видела только трейлер, сама игра мне по этому же трейлеру не понравилась, но очень понравился сам трек. Если интересно, вот посмотри в Стиме, она там точно есть. Отвлеклась на чат, и теперь стояла и смотрела, где же находится этот Крылан. А он уже убит, оказывается.
что сейчас играет как раз саундтрек из Dead by Daylight. Из той самой маньяческой игрушки. Лук 4515, добро пожаловать на стрим, подписывайся на канал и объясни, к чему восклицание «Ого». Пятый левел чего? Хорошо, как я и обещала, я уйду на перерыв 5 минут, чтобы сделать кофе. Лук 45-15, там 45-й левел. Сейчас уже 45-й.
Так, я вернулась. Легион ЛФЦ, добро пожаловать на стрим, подписывайся на мой канал. Здесь тебе всегда будут рады. Что ж, а я побежала по следующему Нефалемскому порталу. Да-да, лук. Ребят, напишите в личку. Очередные качеры, я так поняла. Есть какие-то предложения? Хорошо, ребят.